Всем привет! Сегодня у нас на дворе 31 декабря 2015 года. Вот третий день. Уже метет снег. Температура ночью была 8 градусов. С ветром. Сейчас немножко ветер поутих, но снег продолжает мелкий идти. Итак, сегодня Новый год. Зашел на почту и получил, я думаю, последнюю посылку в этом году. Это уникальная посылка. Распаковкой мы займемся дома, в тепле. Заказывал 16 декабря. 30 декабря вчера уже была на почте. Красивая коробочка, хорошая упаковочка. За одну упаковочку можно ставить 5 звезд. Ну а теперь все приготовления к Новому году. Вот такая елочка во дворе. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Красивая елочка. Время еще 10 часов утра. Народ спит. А может, боится морозов. Ну, я думаю, сегодня здесь будет многолюдно. Снежок поскрипывает под ногами. Елочка вот такая, под натуральным снегом. Вот такая игрушечка. Красивая симпатяшка. Красненькая, сказочная деревца, конечно. Вот ветер опять пошел. У меня стоит ветрозащита, не знаю, пробивает, нет ее. Ну все, заканчиваем пейзажи зимние. Не май месяц, как говорится. С наступающим всех Новым годом, пока говорю. А дома будем распаковкой заниматься. Все. Пока-пока. Еще раз всем привет. Ну вот мы и дома, в теплом гнездышке. Вот она, наша посылочка. Как я говорил, заказывал 16-го. Пришла вчера, 30 декабря. Это вторая посылочка от этого продавца. Я уже не заказывал вот такую штуку. Видите, коробки почти одинаковые. Не почти, а все надписи то же самое. Вот. Это повторное я заказал. Тут такая, если кто смотрел мои репортажи, мои обзоры, вот такую ленту я заказывал. Очень отличная лента. И я сейчас заказал второй набор для женского велосипеда. Очень зарекомендовала. Я забыл про проколы. И вот хочу на женский велосипед супруге поставить такую же ленту. Сейчас они у него очень подешевели. Смотрите, заказывал я себе 1270, сейчас они у него 613 рублей. Как говорится, готовь сани летом. Пупырочка, хорошая упаковочка такая. Все, коробки пусто. Но такой почему-то ленты я не вижу. Но она, в принципе, не нужна. Размер заказал точно такой же. 27,5. Ну, практически все то же самое.
коробочки. Тут печать поменьше. Тут крупная печать, здесь поменьше. Ну, в принципе, все то же самое. Так, как-то она у нас открывалась, интересно. Не помню я. Вот, как-то вот так. Чтобы не поломать. Все так же заклеено. В комплекте идет два рулончика на переднее, на заднее колесо соответственно. Ну, все то же самое, материал хороший, проколы держит. Какого-то обозревателя я смотрел, обзорщика, начинает прокалывать гвоздями, шилом, иголкой. Конечно, такими инструментами все, что хочешь, можно колесо у БелАЗа проткнуть. А так вот, по колючкам кататься по стеклам, тем более через камеру, по крышку, очень хорошо держит. Так что всем рекомендую. Пока дешевый у него, лето впереди. Вот у меня уже два наборчика. Вот такие. Все. Вот теперь уже точно прощаюсь со всеми в этом году. С наступающим всех Новым годом. Всем крепкого здоровья, счастья, любви, семейного благополучия и всего наилучшего. Пока-пока.